Ну а мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня. Несколько тысяч учителей сегодня участвовали в массовой акции протеста. Повод для недовольства, как всегда, один и тот же – низкие зарплаты. С протестующими встретилась министр образования. Выполнят ли требования педагогов? Репортаж Дианы Ходулиной. Сегодня тысячи учителей вышли на акцию протеста. В руках плакаты с надписями «Качественное образование не бесплатно», а на груди вот такие голубые ленты – символ единения и солидарности. Требование у всех одно – повышение заработной платы. На плакате написано, что у педагогов в дошкольных учреждениях тоже есть дети, и их нужно кормить. На данный момент мы получаем наименьшую зарплату из всех педагогов, учитывая, что у учителей в Латвии вообще одна из самых низких зарплат в Европе. Поддержать коллег приехали главы профсоюзов из Литвы, Эстонии и Польши. Отвечая на вопрос, сколько в среднем получает педагог в каждой стране, цифры звучали разные. По словам представителей профсоюзов, больше всего получают учителя в Польше – 900 евро ежемесячно. Затем следует Эстония – 800 евро. В Литве педагог получает около 650 евро и замыкает этот список Латвия – 550 евро. Но несмотря на то, что среди четырех стран Польша лидирует по количеству доходов, рабочих мест не хватает. У нас основная проблема – это демографический кризис. Не хватает детей, нет детей в школах, нет детей в детских садах. И для того, из-за недостатка детей закрывают школы, не хватает мест труда для учителей. Конечная точка маршрута – Домская площадь. Здесь к протестующим учителям с обращением вышла премьер-министр Лаймдота Страуюма. Однако говорить ей было непросто. Ее выступление прерывали, пользуясь школьной терминологией, выкрики с места. Премьер-министр четко дала понять, что резкого увеличения зарплат педагогам ждать не стоит. Необходимо наладить и привести в порядок уже существующую систему. Такой исход протестующих не устроил. В ответ – свист. Сразу после премьеры пообщаться с учителями вышла и министр образования Инна Друветте. Она признала, что принцип «деньги следуют за учеником» неэффективен, однако, по ее словам, правительство уже начало улучшать систему оплаты труда педагогам. Мы можем подтвердить, что обещания, которые дало прежнее правительство, выполняются. Мы добились того, что с сентября будет повышена ставка ежемесячной платы, а также плата за выполнение дополнительных заданий. Но, как говорят сами учителя, эти дополнительные задания составляют неотъемлемую часть их работы. Очень много времени теряется для подготовки, для исправления тетрадей работ, но это не полностью неоплаченная работа. И как-то даже странно звучит «дополнительная работа». Но без этого и школу никак не провести. После акции педагоги в ожидании. Близятся выборы, но если их требования так и не будут услышаны, то они готовы на новые акции протеста. Диана Ходулина, Райва Фреймлис, Латвийское телевидение.